Привет, друзья! Сегодня буду готовить очень вкусный салат, круче, чем оливье. Для этого салата нам нужно кукуруза, здесь у меня одна баночка, грецкие орехи 100 граммов, шампиньоны 300 граммов, куриная грудка 250 граммов. Я уже заранее нарезала, когда она была сырая. Варила так легче, чем мы варим, а потом начинаем нарезать. А так вот кубики остались все целые. Масло 50 граммов. Я скажу, для чего масло сейчас. Соль по вкусу. Одну головку лука. И нам нужно майонез салатный. Здесь у меня 30%. Сейчас мы будем быстренько нарезать лук. Будем обжаривать на растительном масле. А потом будем нарезать мелко кубики шампиньоны, чтобы добавить к луку. Друзья, хочу сказать, я раньше этот салат готовила чуть-чуть по-другому. Я изменила рецепт, так более сочно получается. Я раньше не добавляла лук. Просто варила шампиньоны и все вместе перемешала. Она более получается вкусно, но суховато. Но я нашла, как можно правильно приготовить этот салат, чтобы получилось сочно. Поэтому я один раз готовила жареным луком и жарила вместе шампиньоны. Она очень вкусно и сочно получается. Пока я не начала, кто новым на моем канале, подписывайтесь. У меня очень много вкусных разных рецептов на моем канале. Кому интересно, заходите, посмотрите, друзья. Сейчас я быстренько буду нарезать лук и вместе с вами будем продолжать, друзья. Наливаем сюда масло 50 миллиграммов и будем обжаривать лук. Пока лук будет жариться, я быстренько буду нарезать мелкими кубиками шампиньоны. Лук уже золотистого цвета. Сюда добавляем уже шампиньоны. Грибы уже хорошо обжарились. Где-то 5-10 минут, друзья. Вот, посмотрите, уже хорошо. Будем сейчас чуть-чуть посолить грибы. Посолите по вашему вкусу. И даем, сейчас буду я выключить огонь, и даю остынет все это смесь. А потом будем вместе с вами продолжать. Друзья, все ингредиенты уже готовы. Вот посмотрите, какой сочный стало. Я раньше просто варила. Теперь чуть-чуть изменила рецепт. Обжариваем с луком. Очень вкусно получается, друзья. Теперь собираем на салатик. Все в мисочку высыпаем. Куриная грудка вареная. Добавляем все сюда. Грибочки все. И грецкие орехи. Я уже порубила. Вот посмотрите. Чуть-чуть покрупнее сделайте. Мелко не надо слишком. Теперь сюда будем добавлять уже майонез. 30%. Я жирный не беру. И перемешиваем. Еще добавляем чуть-чуть. У меня пачка эта большая, 150 граммов хватит майонеза. Здесь это у меня 350 граммов, это большой пакетик у меня. Будем еще посолить, соль по вкусу. Сейчас я буду пробовать, посмотрю, если что, добавляю еще соля. Если нет, значит нормально. Еще буду посолить. Друзья, вот как выглядит уже в готовом виде мой салатик. Посмотрите, я как красиво украшала. С орешками, вверху помидорчики там
красиво я нарезала, цветочек собирала. Ну, как-то так. То любому человеку, я думаю, есть своя фантазия. А вы по вашему фантазию украшайте, как хотите. Хотите, можно слоями собирать, как тортик. Хотите, как я сделала, все вместе перемешайте, а потом, как хотите, так и украшайте. Вот такой красивый, вкусный салатик. 100 раз вкуснее, друзья, чем оливье. Попробуйте, а потом мне пишите в комментариях. Теперь настало время пробовать. Сегодня мне помогает сын. Будем Всем пробовать. Привет. Да, будем пробовать, давай. Посмотрим. Все вместе надо взять. И курочку, и орехи. Очень вкусно, друзья. Такая сочная, да? Когда обжаривала я лук шампиньоном, очень вкусно получился. Очень вкусный салат, довольно сочный, и всем советую попробовать. Салат, если еще стоит, друзья, в холодильнике, еще будет вкуснее. Попробуйте обязательно. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Со мной всегда будет вкусно. Оставайтесь со мной, поделитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока. До новых вкусных роликов!